Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна». «Похищение Европы» — так называется программа. Автор, ведущий Ефим Фиштейн. Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие. Всем хорошего времени дня желаю. Ну что, Сергей, я уже долгое время, несколько месяцев, кормлю наших слушателей обещаниями, что вот-вот в Европе отступят морозы, начнется оттепель и начнутся какие-то события. Действительно, хотя еще кое-где морозы и продолжаются, но зима постепенно сдает владение, собственно, календарная весна началась. И действительно, и в Европе кажется, что происходит размораживание политического ландшафта. Это и понятно, ведь мы въехали в избирательный цикл, в год выборов, причем на разных уровнях, от местных, коммунальных, до выборов государственных, вплоть до выборов не только парламентов, но и президентов. То есть Европа начинает как бы ощущать вкус вот этой предвыборной гонки, начинает выходить из спячки. Это проявляется в конкретном. Я сейчас, если позволите, сделаю такой обзор, панораму, если хотите, панорамирование по Европе. Что касается самих выборов, лучше всего некое изменение настроений после спячки зимней проявилось уже сейчас в Германии. Там прошли выборы в двух землях Германии, и это не самые мелкие из земель. Это Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфальц. Почему я говорю не самые мелкие земли? Потому что это земли большой промышленности, мощной промышленности, в частности автомобильной. Центром, собственно, одной из земель является Штутгарт, где производят знаменитые все машины знаменитых марок. И там прошли выборы, они кое-что показали. Они разные вещи парадоксально показали, хотя у власти остаются ровным счетом, или пока можно сказать, что остаются те же политические силы, что и раньше. То есть это партия зеленых, которая уже в Райнланд-Пфальц правила, и партия социал-демократов, которая правила в другой из этих земель. Но что это означает? Это означает радикально вплоть до 10% отрыва ослабления партии Христианско-демократический союз. Это правящая партия Германии, это самая крупная политическая сила Германии в течение последних нескольких десятков лет. Последнее десятилетие мы знали эту партию под водительством Ангелы Меркель, но Ангела Меркель уходит в отставку. Об этом уходе она давно уже объявила, уже найдена замена Ангеле Меркель, во всяком случае в ХДС. Но практика показывает, вот нынешние выборы показали, что замена возможна. Не самая удачная. Человек, которого Ангела Меркель как бы поставила вместо себя, не пользуется большим доверием самих немцев. У него рейтинг доверия до 30%, в то время как, скажем, один из его возможных конкурентов. Сейчас я просто хочу повториться. Уже произошел выбор будущего лидера, избирательного лидера христианских демократов. Но это все еще ничего не значит. До самих выборов, которые состоятся в сентябре, еще остается какое-то время, в общем-то полгода, а следовательно за это время избранного нового лидера могут вполне сместить, и на его место может прийти тот человек, который сейчас самый популярный из христианско-демократической среды, а именно премьер-министр Баварии и лидер баварского отделения партии братской или сестринской партии, потому что Баварии правит не христианско-демократический союз, а христианско-социальный союз. Так вот, Сёдер, премьер-министр Баварии и лидер христианско-социального союза, пользуется гораздо большим доверием самих немцев. О чем идет речь? Речь идет о том, что политика Ангелы Меркель под занавес ее правления стала проваливаться на всем фронте. Почему так произошло? Я уверен, что потому, что Ангела Меркель сместила свою партию с правого центра, хотя, скажем, Христианско-социальный союз в Баварии
был не правым центром, а был просто правой партией, о которой тогдашний ее вождь Штраус говорил, что между нами и правой стенкой не войдет даже листок бумаги, показывая тем самым, что для правых нет места рядом с христианско-социальным союзом. Ну вот, Ангела Меркель перевела партию в центр. Это не метафора, это не мое желание навредить партии. Она ее так и назвала. И на всех партийных съездах вы можете над спинами ораторов увидеть слово «Димитте» – «центр». Она превратила правую партию в партию сугубо центристскую. А центристским партиям, по большому счету, в нынешнем мире, в мире, где население всех стран проходит процесс размежевания, этот процесс вымывает центр, как правило, везде. И это и проявилось в Германии. Поэтому, разумеется, и Сёдер из Баварии, и любые другие, кстати, кандидаты, многие другие, тоже говорят, что достаточно нам было в центре. Там нет места для нас, там нас стеснят со всех сторон. Левая, весьма усилившаяся в Германии, включая зеленых, или крайне правая альтернатива для Германии. Так вот, то, что христианские демократы будут вынуждены в этой ситуации определиться более жестко, не вызывает сомнения. Иначе их ждет судьба, достаточно похожая на ту, которая их постигла в этих земских выборах. Они отстали от своих победоносных соперников на 10% в среднем. При этом нужно сказать, что и альтернатива для Германии не слишком-то может радоваться исходу этих выборов, потому что и она не продвинулась ни на процент вперед. Как имела 11% примерно, так их и имеет. Такова ситуация в Германии сходу, как только стаяли снега или сошли снега. Но весьма любопытна и ситуация в других странах Европы. Скажем, Франция, где предстоят не парламентские, а президентские выборы. Это всегда более жестко, это всегда интереснее. Потому что там и полюса противоположны, и они не компромиссны по отношению друг к другу. Во Франции намечается дуэль, подобная той, которая была и в прошлый раз на президентских выборах. Это дуэль между Макроном Эммануэлем, таким центристом, правым центристом, человеком весьма гибких убеждений, я бы сказал, и Мариной Ле Пен, которая снова выходит в качестве его конкурента и, как показывают последние опросы, отнюдь не без шансов на выигрыш, что было бы равно землетрясению в центре Европы. Полагаю, что элиты Франции найдут в себе силы как-то объединиться, опорочить Марину Ле Пен, как это делается перед любыми выборами такого типа, превратить ее в ведьму, неприемлемую для французов и, главное, неприемлемую для Евросоюза, и победить ее на выборах. Или тогда им нужно уходить всем в отставку, потому что это будет означать просто перелом в Европе и в Европейском Союзе, несомненно. Любопытная ситуация в Европейском Союзе вообще складывается. Вот в те часы, когда я с вами общаюсь по скайпу и рассказываю об этом, проходит заседание в Вене. Заседание собрал нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц, молодой энергичный человек, который тоже как бы дрейфует из центра направо. И в своем дрейфе он стал все чаще и чаще, как говорится, противопоставлять себя и свои убеждения убеждениям Еврокомиссии и Евросоюза в целом. Вот сейчас он собрал вокруг себя сторонников своего подхода, и оказалось, что этими сторонниками являются все государства Вышеградской четверки, то есть то, что раньше называлось Восточной Европой, сейчас это такая Центральная Европа, как сама Австрия. Так вот, он их собрал сегодня на совещание, в ходе которого, не сомневаюсь, что весь этот кворум, который собрался там, вынесет некое порицание Европейскому Союзу за то, что тот плохо распределял вакцину от ковида, от пандемии COVID-19. Себастьян Курц пришел к такому заключению, и он подкрепляет его выкладками математическими. Он показывает, что одни государства Евросоюза
или даже не состоящие в Евросоюзе, получали этой вакцины гораздо больше, чем другие. То есть абсолютно нарушен принцип равенства, где, как говорится, каждый, всем сестрам по серьгам. То есть должно было, по идее, быть так, чтобы в зависимости от количества жителей, от численности населения, все страны получали из какого-то центра распределительного Евросоюза одинаковое количество вакцины. Реальность далеко не соответствует этому. Это Курца обидело, и вот он в порядке фронта создает такой, как бы, второй фронт против Европейского Союза. Европейский Союз вообще сейчас предельно ослаблен. Его сильно ослабила недавняя, вы помните, это с месяц назад, поездка Жозепа Борреля в Россию, где он пытался уговорить своего партнера Лаврова о чем-то в связи с Навальным. Это не получилось. Лавров его круто осадил, да еще и выслал трех дипломатов евросоюзовских из России. Это было воспринято буквально как афронт, как пощечина. И после этого звезда Борреля закатилась. Поэтому даже вот сейчас, когда Евросоюз пытается играть какую-то посредническую роль в ситуации в Грузии, я перебрасываю мостик в ту сторону. В Грузии, как вы знаете, не беспорядки, там сложная ситуация политическая, идет борьба двух лагерей, и Евросоюз решил как бы вмешаться в это дело и поспешил на подмогу со своими советами, что тоже смешно, потому что, к несчастью, в Евросоюзе полно таких острых, горячих точек, где хорошо бы, чтобы кто-то посоветовал. Так вот, туда, в Грузию, отправился не министр иностранных дел Евросоюза, а тот самый несчастный Жозеп Боррель, который так опростоволосился в Москве, а направили туда Шарля Мишеля, более опытного человека. Но от его поездки в Грузию ровным счетом ничего не ожидается. Вряд ли он может предложить что-то большее, чем то, что в свое время, если вы помните, предложил Николя Саркози, тогдашний президент. Он приехал после русско-грузинской войны 2008 года, чтобы все поставить на свои места. И уехал, написав какой-то совершенно уже пасквильный текст в 4 пункта, из которых ни один вообще не то что не работал, а к нему не прислушался никто. То есть фактически все решили, что Саркози тогда забетонировал положение в Грузии, забетонировал русские завоевания, русскую экспансию там своим визитом. Он ее как бы благословил, потому что ничего другого не было. Так вот, ничего другого, собственно, и не ожидается сейчас от посланника Евросоюза. Потому что здесь дело не в том, сколько, как говорил Сталин, танковых дивизий у Папы Римского. Здесь дело не в том, насколько силен или экономически подкован Евросоюз, а в том, что ладу нет в семействе. А когда нет ладу в семействе, очень сложно что-либо предлагать и выдавать это за общий рецепт. А его, этого ладу, действительно нет. Не только в странах, которые я упомянул, очень крупная проблема сейчас, в том числе и с беспорядками, связанными с ковидом, но и в других государствах. По-прежнему проблема Каталония стоит остро в Испании. В Польше польская общественность размежевалась и разделена на два примерно равных лагеря. Одни стремятся к еще более консервативному состоянию общества. Ну, в частности, в Польше принят закон, запрещающий аборты, кроме тех, которые угрожают жизни матерей. Другая половина Польши выступает за свободу для операций по устранению, преждевременному устранению беременности, то есть по абортам. А вторая половина, повторяю, выступает против абортов. То есть вот такой раздрай царит практически всюду. За исключением, и здесь парадокс, на сегодняшний день, за исключением Великобритании, страны, от которой ожидался, если не полностью, ну, падение на лопатки. Великобритания должна была, по идеям Евросоюза и по обещаниям еврофильных комментаторов, ну, буквально обанкротиться на следующий же день. Следующий день, не знаю, как было, то есть 1 января этого года, а вот прошло 2 месяца с лишним, и вдруг оказывается, что Британия не только не обанкротилась,
она не только не пошла ко дну, но она из всех этих стран, из бывших евросоюзовских, а нынешних просто европейских, она выходит чуть ли не победительницей, причем во всех отношениях. У нее экономика не так обвалилась, между прочим, как у всех остальных. Здесь наш любезный слушатель наверняка понимает, о чем я говорю. Во всей Европе после локдаунов и закрытия экономики будет или ожидается существеннейшее падение внутреннего валового продукта, то есть единственного того показателя, по которому мы определяем, как процветает или не процветает страна или образование или организация. Так вот, Евросоюз ожидает падения ВВП в этом году на 6, 7, 8, я сейчас сознательно добавляю проценты, потому что 6 это было уже за прошлый, за 2020 год. Что будет в этом году, не вполне понятно. Так вот, лучше всех в этой ситуации оказывается идут дела в Великобритании, что парадоксально. Что Великобритания буквально в эти дни, буквально сегодня сообщила о том, что она собирается вкладывать гигантские инвестиции, самые большие со Второй мировой войны, в свою оружейную промышленность и в частности в свои военно-морские силы. Она будет обновлять и строить новые крейсеры, короче, весь свой флот переоснащать. И в то же время, кто-то может сказать, ну, это же ведь побочное какое-то явление, это не выход из положения. В то же время все задавались вопросом, который, казалось, стоит предельно остро. Что произойдет в этом году? Ведь референдум будет об отделении Шотландии. И этот референдум неизбежен. И премьер-министр Шотландии, госпожа Старджет, уже объявила о проведении такого референдума. И вдруг пошли опросы общественного мнения, из которых вдруг стало вытекать, что большинство опрошенных не собираются выходить из Великобритании. Дело в том, что она, это госпожа премьер-министр Шотландии, поторопилась, полагая, что сиюминутное настроение, они были очень негативны, заставят шотландцев проголосовать за выход из Великобритании. Но вот все немножко устаканилось. Великобритания оказалась в этом смысле достаточно в хорошей ситуации, лучше, чем другие европейцы. Ну, все вы знаете, что по отношению к, скажем, к борьбе с эпидемией COVID-19, этой болезни, Великобритания выскочила на второе место в мире, сразу после Израиля, который привил уже все, у кого плечо было открыто, просто старых и молодых. На втором месте оказалась Великобритания. Где это взялось и почему она сумела то, чего сейчас не может всеми воспеваемая Германия. Германия сейчас сталкивается с серьезнейшей проблемой не до вакцинации, не до получена вакцинация, не до произведена, и в то же время количество заболеваний растет. Короче, вот я хочу показать на этих примерах, насколько текучая, как текучие пески пустыни, ситуация сейчас в Европе и в Европейском Союзе. Никто не знает, что где прорвет, где в каком месте возникнет какая-то течь. Европарламент принимает какие-то постановления, которые Европейская комиссия принципиально никогда вообще не выполняет и даже не берет их на рассмотрение. То есть происходит какая-то диковинная штука. Это называется медленный распад или период полураспада этой организации. Сегодня мы наблюдаем. И в чемпионы выходит всеми презираемая Великобритания, которая должна была оказаться жертвой этого развода с Евросоюзом. Но, повторяю, в каждой стране свои заморочки. Сейчас Восточная Европа, бывшая нынешняя, центральная, смотрит в сторону Австрии. Там ситуация парадоксальная. Во-первых, канцлер Курц, молодой, динамичный, исключительно молодой, по сравнению с многими геронтократическими правительствами Европы, он взял довольно радикальный курс на защиту интересов своей страны и в то же время организует поддержку со стороны соседей. А здесь надо учесть, что в отличие, скажем, от соседских отношений между Германией и Польшей, Германией и Чехией, здесь принципиально другие отношения. Австрия не доминирует в этом пока еще умозрительном таком кружке дружеских
и сочувствующие государства. Она не доминирует. В Австрии 9 миллионов человек, в Польше 30, скажем, в Чехии 10,5, и в Венгрии где-то порядка 8,5. То есть это содружество примерно равно великих государств. Там вряд ли кто-то может претендовать на такое однозначное лидерство. Я уже не говорю о каком-то доминировании или господстве. То есть возникает такое вот естественное содружество, и на фоне серьезного распада западных структур внутри Евросоюза, потому что сейчас Бельгия стоит перед сложнейшей ситуацией, в Голландии намечаются выборы, даже если останется у власти тот же премьер Рютте, и в таком случае, и в этом случае там произойдет серьезный перемены, серьезное соотношение этих сил. То есть Европа, хотелось бы сказать, пробуждается, но непонятно от чего, от сна, от долгой зимы, от ковидной эпидемии. В любом случае ясно, что происходит какое-то мощное движение, как говорят в России, движуха идет европейская. И, конечно, в этом смысле Европа не может не оглядываться в сторону Соединенных Штатов. Кто с восхищением, как наверняка зеленые или социал-демократы в Германии, кто с неодобрением, а кто и просто с диким ужасом и страхом, думая о том, что происходит в Соединенных Штатах. И для того есть основания. То, что происходит в Соединенных Штатах, пугает всех людей, не разучившихся мыслить, и которые способны увидеть некую перспективу того, что происходит, в отличие от тех, кто осуществляет сегодняшнюю политику, а еще больше в отличие от тех, кто голосует за тех, кто осуществляет сегодняшнюю политику. Ну, понятно, Вашингтон, потому что они преследуют свои собственные интересы, хотя делают какие-то безумные совершенно вещи, но они от этого имеют определенную выгоду. Но вот те, кто голосует за них, вот этих людей я понять никак не могу. Уже, так сказать, в первые 50 дней каждый из американцев на своей собственной шкуре ощутил, но это только 50 дней прошло, впереди еще почти 4 года правления этих, я даже не знаю, как их назвать, чтобы не нарушить правила FCC. И вот за них они голосовали. И каждый из них уже на своей шкуре ощущает. А сегодня они нам обещают еще больше подобного. То есть уже все поняли, что цены на бензин растут, что долги, которые вешают на нас и на следующее поколение, просто сказочно растут. Рост through the roof, что называется. А безработица по-прежнему остается на высоком уровне. Экономика по-прежнему, я имею в виду реальную экономику, а подождите, еще начнут уходить отсюда рабочие места опять в Китай. И все это ощутят на собственной шкуре. Все это здесь, все это на глазах. Но, к сожалению, расплачиваться нам приходится за их выбор, за выбор тех, кто голосовал за демократов. Расплачиваться приходится всем и тем, кто еще не сошел с ума и понимает, что происходит. Мы поговорим о том, что происходит в Америке буквально через несколько минут после того, как прослушаем рекламное объявление. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Похищение Европы». Ну и поговорим немножко об Америке. Иван Денисов приводит цитаты из Кевина Майерса. «Прикрываясь ковидом, государство забрало нашу свободу, никто из значительных людей не жаловался. Государство закрыло дороги, школы, рестораны, культурные места, никто из значительных людей не жаловался. Государство навязало бессмысленные законы о масках и социальной дистанции, никто из значительных людей не жаловался». В общем, не удивляйтесь, что никто не станет жаловаться, когда государство решит окончательно заткнуть рты тем, кого значительными не принято считать. Точнее, всем вам и нам. Вот примерно такая ситуация складывается. Ну, правда, ЗИЦ-председатель в обращении к нации пообещал, что если мы будем вести себя как послушное стадо баранов, то у нас есть немалый шанс, что праздник независимости, 4th of July, мы сможем встретить в кругу близких родственников на нашем бэк-ярде. Но небольшими группами, не массовыми, а небольшими группками. Так что вот
такая свобода у нас теперь. ЗИЦ-председатель говорит нам, как нам встречать один из величайших американских праздников. И, похоже, те, кто голосовал за ЗИЦ-председателя, с этим согласны, к сожалению. А голосовали за него по разным причинам. Новотрамперы, которым ненавидимый, так сказать, пылали ненавистью к Трампу за его прическу, за его манеру говорить, за его твиты, за его такую простую мужицкую речь, не сладкую, как до него был, допустим, этот самозванец, который сладко говорил. Нет, а вот такая простая мужицкая речь, на которую откликались простые американцы, которые работают от чека до чека, платят налоги, тащат свой крест. Вот часть голосовала против него из-за этого. Еще есть определенная группа, которая душой болеет за то, что происходит в Украине, и считают его, я имею в виду, считали его, Трампа, виной всех невзгод, свалившихся на Украину. И они для себя решили, что если они проголосуют за ЗИЦ-председателя, то в Украине все моментально исправится, начнет процветать. Итак, кстати, в эту пятницу у нас в эфире будет Гарри Юри Таб, капитан первого ранга ВМФ США в отставке, который в данное время находится в Украине. Вот он нам как раз и расскажет, насколько ситуация в Украине поменялась в лучшую сторону. И господа, которые голосовали, вот преследуя, так сказать, интересы Украины против Трампа, посмотрите, каков результат ваших усилий. Мало того, что, как мне кажется, я могу ошибаться, послушаем Табах, он расскажет. Мало того, что вы не помогли Украине, я предупреждал, что это худшее, что можно придумать. А мало того, что вы не помогли Украине, вы еще помогаете угробить Америку. Натурально угробить Америку, убить экономику Америки, независимость Америки. Самые-самые мерзкие вещи, которые сейчас происходят, благодаря вашему голосованию, безумному совершенно, абсолютно неоправданному. Это вот то, что происходит. Есть еще одна проблема в Америке. Начинают открываться так называемые gender podiatry clinics по всей Америке. То есть это клиники, в которых меняют пол детей. И толкает все это некто Левин, министр здравоохранения. Ну, она теперь... Она, то есть он был он, такой еврейский мальчик был, потом стал еврейским дядюшкой, там семья у него, все. И будучи взрослым, он решил, что он – это она, и поменял джендер. И вот теперь это нечто возглавляет Министерство здравоохранения и толкает идею смены пола. Это то, за что вы голосовали? Вы хотите, чтобы все ваши дети поменяли свой пол, господа демократы? В общем, этому безумию нет предела. То есть детям начинают давать блокатор, puberty blockator, так называемый. То есть останавливают созревание молодых людей и так далее. То есть уродуют нацию на самом деле. С одной стороны, они выделяют колоссальные деньги для того, чтобы делались аборты за счет налогоплательщиков. С другой стороны, они проталкивают идею, что необходимо поменять... Там в детском возрасте детям, буквально вот еще совсем неразумным, рассказывают в начальных классах о том, что они вправе выбрать свой пол и определиться, найти себя. Красивые слова произносят, а на самом деле уродуют генофонд, они убивают нацию. Причем прежде всего это касается белых, оболваненных детей. А родителям запрещается, так сказать, то есть... Для того, чтобы поехать на филд-трип, родитель должен подписать, дать разрешение, что его ребенок может поехать на филд-трип. А чтобы поменять, чтобы сделать аборт несовершеннолетней девочке, или чтобы поменять пол ребенку, родители к этому делу не подпускаются. Мало того, они могут нажить себе неприятности. Это за этого, господа, голосовали, когда вы отдавали свой голос за ЗИЦ-председателя. Это вас устраивает. То есть... Вы подельники вот этой системы, которая гробит нашу страну, буквально гробит генофонд, гробит экономику. Ух. Сергей, там сразу много всего наверчено. Я попробую расплести хотя бы парочку косичек отдельно. Что касается трансгендерных проблем,
смены полов и так далее. Я уверен, недалек тот час, когда юноши, девушки, не знаю, останутся ли еще такие определения, будут гордиться тем, что кто-то из них трижды трансгендер, кто-то из них четырежды трансгендер, то есть поменяли туда-сюда. Может быть, это станет обычным, и они будут менять пол просто по утрам, какой вздумается на этот день, не знаю. Нам с вами не жить в это время счастливое, так что пусть уже думают они. Я считаю, что те, кто это делает, они этого заслужили. Ничего лучшего они не заслужили в своей жизни. Я хотел бы вернуться, поскольку там много показательных моментов. Скажем, к деятельности Байдена. Он недавно обещал американцам, что не позднее, чем 1 мая, все американцы получат право на вакцинацию. Это было воспринято на ура. Вы подумайте только. 1 мая, вот он так только пришел, ведь и только, а уже нам дают право на вакцинацию. Так ведь американцы, между прочим, уже 250 лет имеют право на счастье. И что? Больше стало счастливых от этого? Право – это не есть еще реализация самого права. Это всего лишь право, обещание. И вот 1 мая американцы получат право быть вакцинированными. А будут вакцинированными, как обещает Байден, лишь к 4 июля. А может быть и тогда нет. И у него найдется множество оправданий. Он уже сейчас одно придумал, очень яркое и замечательное. Он сказал, что виноват Трамп в том, что он не помогает Байдену уговорить республиканцев вакцинироваться. Вот если бы Трамп уговорил республиканцев вакцинироваться, то было бы все хорошо. А так разве он может Байден? Против этого же, понимаете, против лома нет приема. Трамп не хочет этого. То есть это смешно, это карикатура. И карикатура еще больше на то, что очень многие высоколобые, высокобровые интеллектуалы на самом деле живут вот в мире этих бредовых идей. Они воспринимают это реально. Мой бывший, к счастью, уже сейчас коллега один, к его счастью, может быть, я ушел, а он остался, что называется. Мой бывший коллега написал статью, но она просто изнемогает от счастья. Статью примерно в том смысле, что после зимних морозов, после холодов, наконец-то мы почувствовали тепло, мир возвращается в норму. Вот такая. Не подумалось. Боже мой, как точно. Это же все, это метафора этого времени в Америке. Действительно, если кто-то на морозе вдруг почувствует тепло, то дело гиблое. Он замерзает и замерзнет, это уже нельзя возвратить. Но ему кажется, что тепло стало вдруг. Вот этому человеку и многим американским интеллектуалам кажется, что раз стало тепло, значит дело идет к лету, а дело идет к полному замерзанию. Вот в чем проблема. Но становится при этом тепло. Вот такая картина. И много загадочного, много неизвестного и мне непонятного. Вы сказали о том, что хорошая цитата приведена, Сергей, о том, как ни один этот замечательный, продвинутый, просвещенный ум не протестует против одного шага, второго шага, а после четвертого уже протестовать некому, потому что все уже в пропасти. Так вот, мне вспомнилось, ведь еще летом прошлого года 153 левых интеллектуалов, они все признаются в том, что они левые, но здесь в данном случае это не важно. Правый-то понятно, что кричит караул, а левые не всегда. Так вот, эти левые интеллектуалы, самые яркие из них, им там, как говорится, клейма ставить негде. Там Ноам Чомский среди них и прочее. И очень много замечательных людей, писателей, врачей и прочее. Они написали ведь письмо-призыв. Я бы сказал, это уже просто крик отчаяния. Они написали письмо о том, как жаль, что их идеи, и в этом все есть курьез, понимаете, их идеи, как они говорят, или как они написали в этом письме, затвердевают в догму. Уже. И уже в Америке нет места полемикам. И уже в Америке недопустима дискуссия. Невозможно дискутировать, когда правда и одна, и она всем ясна, а другой нет. Все, что пытается пропагандировать другую правду, подлежит искоренению, подлежит увольнению немедленно. Так вот, эти люди это написали. Что сделала американская печать с этим? Да она просто замолчала. Она просто замолчала, хотя, я говорю, имена
просто первого разряда, не второго, не третьего, первого разряда, да, там и Маргарет Эквуд, и, между прочим, из наших там записался наш шахматный чемпион Каспаров. Гарри Каспаров, да. Но это единственный. А другие все один лучше другого. Замечательные люди. Замечательные люди. Так вот мой вопрос. Прошло полгода, не то что затвердевает в камень, а стало давно догмой, и вообще все свершилось. У власти их президент. Где же их голоса? Ведь сейчас-то уже вообще никакой полемики быть не может. И даже речей о том, чтобы... А может нам поднять какой-то голос, так и пропищать где-то там на своей завалинке, что мы не полностью согласны. Да нет, никаких голосов не слышно. Куда же они подевались? Разгадка проста. Они уже давно струсили. Они поняли, что против этого невозможно идти. Иначе и сам лишишься гонораров, лишишься книжных изданий, лишишься турниров и прочего, и прочего, и прочего. Так вот, вот такая довольно мрачная ситуация вырисовывается сейчас. Ну вот я хочу один пример привести. Он любопытен, потому что он современный, буквально сегодняшний день. Либеральная общественность очень встрепенулась, встревожилась и запротестовала против того, что гадкое российское правительство пытается или хочет, лелеет мысль о том, что оно может запретить Твиттер на своей территории. Если Твиттер, это всегда это гипотетическое предположение, оно обусловлено, если Твиттер не прекратит цензуру их, российских публицистов, выступающих, сами понимаете, за путинский режим. Все, в ком совесть просыпается раз в году и весной обычно просыпается, они все, разумеется, бросились грудью на амбразуру. Конечно, надо тут же защитить наш родной Твиттер, наш оплот демократии. И я бы с удовольствием вписался в этот хор голосов и тоже кричал бы вместе с ними за Твиттер, за демократию. Но я этого не сделаю по простой причине, потому что для меня-то Твиттер стал одной из возможных ипостасей путинского режима, не более, не менее. Путин для меня анахроническая, изрядно устаревшая, потасканная диктатура со всеми принадлежностями и, разумеется, с цензурой. А Твиттер – это диктатура будущего, причем уже довольно близкого будущего. Это диктатура, которая сейчас уже не имеет, не чувствует потребности скрываться, в какие-то красивые предложения заворачивать свои мысли. Она уже просто и однозначно говорит, мы знаем, что такое правда, и мы будем добиваться того, что все, что не есть правда в нашем понимании, на наших платформах не будет. И она действует с не меньшей жестокостью и определенностью, чем тот же самый Путин по отношению к Твиттеру. Она сделала все для того, чтобы сначала лишить Parler каких-то возможностей технических и целый ряд других платформ, кстати, в общедоступном публичном поле. Я же не говорю о их заднем дворе, где они грилюют. Я говорю просто о пространстве доступном, публичном, которое принадлежит нам всем. Это пространство, медиапространство в данном случае. Так вот, Твиттер предпринял все попытки для того, чтобы уничтожить и лишить возможности вообще доходить до нас. И One America News, или One America News Now, просто вы знаете, о чем я говорю, и другие, и NewsFax, и все они переживали трудности и исчезли. И другие менее знаменитые каналы, видеоканалы, доктор Керли и так далее. Их были десятки. Они все или загублены, сведены на нет, или у них нет возможности работать. Твиттер это делает с легкой душой и легким сердцем. Он как бы говорит нам, ну это же все правильно, потому что мы же за демократию, наша же цензура за демократию, как мы ее понимаем, а ваша цензура нет. То есть в такой ситуации не стану бороться за права Твиттера. И будете правы, я с вами согласен. Вообще интересно по поводу информации, дезинформации и так далее. Сегодня в Конгрессе США проходит слушание. Ну, с утра, во всяком случае, были, я не знаю, я кусочек посмотрел перед работой, буквально у меня была возможность там несколько минут. Там серьезные мужи из Министерства обороны, которые занимаются кибербезопасностью, в частности, антипропагандой и так далее. Ну и, конечно же, два главных, так сказать,
героя на этой сцене – это Россия и Китай. Но я должен сразу сказать, что Россия по сравнению с Китаем – это так, игра в песочнице, потому что, ну, кроме того, что Китай, так сказать, вносит такую же лепту, Китай просто хозяйничает в Соединенных Штатах Америки. 300 тысяч студентов учатся, которые работают на китайскую коммунистическую партию. Значит, китайцы скупают профессоров, которые сами по себе коммуняки, просто до мозга костей. Ну, а тут они еще имеют финансовую выгоду и отстаивают, и пропагандируют, и толкают интересы Китая. Кроме того, Китай открывает разные там школы при университетах, которые толкают пропаганду Китая. Кроме того, Китай, оказывается, еще и цензурирует Голливуд, который сам по себе коммунистический, леворадикальный. Так они еще и цензурируют. Если, не дай бог, в каком-то фильме появился китайский флаг в какой-то негативной коннотации, то они ему говорят: так, значит, вот этот кусок нужно выйти. Причем не только те фильмы, которые демонстрируются в Китае, а те фильмы, которые демонстрируются по всему миру. Значит, они говорят: вот этот кусок с китайским флагом необходимо вырезать. И Голливуд послушно берет под козырек и... Да-да, конечно, потому что Китай – это огромный рынок. Я уже как-то говорил, что как только внутренний рынок Китая разовьется до такой степени, что им будет наплевать на американский рынок, вот тогда мы сядем в такое дерьмо. Спасибо ЗИЦ-председателю, спасибо Демократической партии, спасибо всем этим профессорам, гнилым коммунистам, которые преподают. Спасибо большим корпорациям, которые за дополнительные, так сказать, барыши готовы плюнуть на свою собственную страну, перевести бизнес в Китай и лечь под китайцев. Спасибо, родные. Спасибо вам. Спасибо вам, кто голосует за Демократическую партию, потому что единственный президент, который попытался противостоять Китаю, это был президент Трамп. Но он же вам не нравится, он рыжий, он не так говорит. Подождите, вы еще хлебнете этого дерьма, за которое вы голосовали. Так вот, сегодня проходили слушания по поводу дезинформации и так далее. И буквально вчера, по-моему, Вашингтон-Пост как бы не то чтобы извинился, но поправку исправился. Оказывается, цитаты, которые он приводил от неизвестного источника, якобы произнесенные слова Трампом в разговоре с, там, с официальными лицами в Джорджии, который якобы сказал: «Найдите фрод», это не так. Этих слов не было, потому что достоянием гласности стала запись этого разговора. И вот этим дерьмом кормили страну на протяжении нескольких дней. И даже эти цитаты использовались во время второго импичмента президенту. Эти подонки из Демократической партии в Конгрессе приводили это в качестве доказательств. То есть надо смотреть на ту дезинформацию, которую несет в себе американское телевидение, американские основные ведущие средства массовой информации, которые 4 года нас кормили ложью относительно связей Трампа с Кремлем. Вы помните, не было, не проходило дня. На этом строился весь бизнес, весь рейтинг, все новостные программы, все opinion-программы американских телеканалов NBC, ABC, CBS, CNN, MSNBC и так далее. Они 4 года рассказывали нам о том, что Трамп является агентом Кремля. Эти подонки должны отвечать за дезинформацию, за то, чтобы оболванивали американский народ. А то, что Китай и Россия делают, они это делали всегда, но только сейчас средства поменялись. То есть сейчас, раньше это были какие-то статьи, покупались газеты, Нью-Йорк Таймс, вы помните, который рассказывал нам, что в Германии все нормально в канун уничтожения евреев, что это всего лишь вот так, это неправда. А сейчас они делают это через интернет. Но вот то, что делают местные враги, местные средства массовой информации против своего собственного народа, против своей собственной страны, вот в чем беда. Вот кто должен быть заслушан и понести ответственность за это. Фух. Ну, знаете, это таких примеров можно привести миллион, и не нужно ходить далеко, вспоминать времена до Второй мировой войны. Буквально осенью прошлого года, за 3 месяца до выборов, появилась очень серьезная перепроверенная информация о том, что в присутствии неких свидетелей Трамп сказал какие-то слова недостойные о ветеранах, которые лежат у Вердена, ветеранах, погибших на полях Первой мировой войны и прочее, и прочее. Газета, это был не Нью-Йорк Таймс, какая-то типа Политико, газета божилась, что у нее есть даже не один и не два, а 4 свидетеля, живых свидетеля. Но все они так запуганы, что они боятся называть свои имена. Вот подождите,
мы победим на выборах, и мы, конечно, этих людей представим. Но победили, но прошло еще 3-4 месяца, уже после выборов прошло 5 месяцев. Где эти люди? Их вообще кто-то ищет? Да нет. А если вы станете искать, то они скажут, да мы давно потеряли связь. Ведь вся американская журналистика строится на анонимных источниках. Я давным-давно предложил следующую Пулитцеву Руцену наградить ею анонимного источника американской журналистики. Это главный автор американской журналистики. Да. Ефим, час пролетел как одна минута. Спасибо огромное за интересную информацию по поводу Европы, потому что событий в Америке столько много, что я не успеваю за этим следить. А ваши, так сказать, рассказы о том, что происходит в Европе, очень полезны. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо вам. Всего доброго.